Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты об аляскинском маламуте. Аляскинский маламут – уникальная порода собак. Изначально выводившаяся только для содержания в суровых зимних условиях, она вдруг стала популярна во всем мире. Сегодня представителей породы можно встретить даже там, где снега не бывает в принципе. Популярности аляскинских маламутов способствует дружелюбный и преданный характер этих собак. Представители породы – отличные компаньоны. Чем еще могут удивить аляскинские маламуты? Какими интересными особенностями обладают эти собаки? Итак, представляем вам 6 необычных фактов о представителях этой породы. Официально порода аляскинский маламут была признана в 1935 году. Однако всего лишь через 10 лет эти собаки чуть не оказались на грани исчезновения. Дело в том, что во время Второй мировой войны аляскинских маламутов использовали как хороших помощников на фронте. Многие собаки погибли во время боевых действий. В 1947 году породу стали возрождать, и уже через несколько лет генофонд аляскинских маламутов был полностью восстановлен. Аляскинские маламуты очень умные, но в то же время упрямые собаки, поэтому специалисты советуют начинать воспитывать щенков этой породы как можно раньше. При этом хозяину необходимо всегда проявлять настойчивость и твердый характер. Если маламуты не видят во владельце лидера, они могут начать баловаться и не слушаться. Аляскинских маламутов часто называют землеройками за то, что они очень любят рыть землю. Известны случаи, когда маламуты даже перерывали весь участок и превращали ровный газон в канавы и траншеи. Стремление рыть у маламутов связано с тем, что в природе эти собаки добывали пропитание, выкапывая из-под земли и снега различных грызунов. Аляскинские маламуты изначально выводились для содержания в условиях суровой зимы, и поэтому в жарких странах им может быть некомфортно. Если маламут содержится в теплом климате, хозяин обязательно должен принимать меры по охлаждению собаки. Лучше всего маламутам помогает снижать температуру прохладная вода. Эти собаки обожают купаться. Ни в коем случае нельзя оставлять представителя породы на солнце, у него может случиться тепловой удар. Аляскинские маламуты обладают рядом интересных физиологических особенностей. Лапы у этих собак при необходимости могут превращаться в снегоступы. Это происходит из-за того, что между пальцами лап у представителей породы есть кожаные перепонки, которые больше, чем у других собак. Раздвигая пальцы, натягивая перепонки, маламуты увеличивают площадь лап. Также эти собаки имеют замедленный метаболизм и двуслойную шерсть. Все это необходимо представителям породы, чтобы выживать в условиях суровой зимы. Аляскинские маламуты практически не лают. Вместо лая эти собаки издают звук, больше похожий на ворчание. Таковы необычные факты об аляскинских маламутах, собаках с волчьей внешностью и ласковым характером. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!